Вот, я включила. Да. Всем привет! Что говоришь? Всем привет! Всем привет! Я убежала. Все, убежала? Всем привет, друзья. Агуш, закрывай дверку. Как хочешь. Привет, в общем. Я болею. Точнее, выздоравливаю. Я уже победил, как написано в этой трансляции, вирус Эбола. Вот этой штукой. Песка. Да. Она любит светиться. Это Мишка, она любит светиться, понятно? Запомните это. Ой. Так, не надо ругаться матом. Здесь моя дочка, пожалуйста. Вот. Я очень жестко болел последние 2 дня. Прям сразу после дня рождения Агаты жестко заболел. Я думал, я сдохну. Но я выжил, потому что мой суперорганизм суперсильный. Это суперклей, не надо его открывать. Это у тебя слипнется пальчики и будет один большой палец. Вот. Вот, так что я сейчас на отходниках, в коматозе. 2 ночи не спал, не мог заснуть. Головная боль, все дела, короче. Ну, все симптомы вируса Эбола. Вот. Но завтра я уже буду как огурчик, да, Агуш? Не? То есть я буду это... Да? Понятно. Челси, конечно, буду смотреть. Я тут весь в Челси, на самом деле. Вон. Это еще не все. Вон тут целое постельное белье новенькое. Вчера ночью пропотел жестко. Сегодня поменяли постельное белье, и оно оказалось моим любимым. Вот. Агушу не могу показать. Она прячется за шторы. А, вот вышла. Агуш, скажи всем привет. Вот. Агуша тоже немножко поболела. Лестер выиграет. Ну и что? Мне плевать. Главное, чтобы я жив-здоров был. И моя дочь. А на остальных мне вообще похер. Вот. У Агуши была температурка, но мы ее сбили. И сейчас сегодня она уже веселая бегает. Что? Вот. Так, моей дочке исполнилось 3. Что ты делаешь, Ага? Эй, не раздевайся на камеру, это плохо. Так делают плохие девчонки. А ты же у меня хорошая, да? Молодец. Я пока так не могу, но обязательно научусь. Я же говорю, не ругайтесь матом, пожалуйста. Дебилы, что ли? Здесь же дочка моя. Она уже умеет читать, даже латиница. Про Эбола, конечно, правда. Вы что, не знаете людей, которые победили Эбола? Пс. Мама сейчас на кухне с подружкой. А я сейчас в зоне карантина. Потому что я много очень кашляю. Вот. Спасибо за выздоровление. Кто мне желает выздороветь, я обязательно это сделаю. Маска черепашки ниндзя. Да, надо наденить. Когда будут новые клипы, я не знаю. Надо наденить, папе. Ну, давай наденем, конечно. Вот так нормально, да? Да. Не нормально. Не нормально, да. На, убирай. Это сама. Ну-ка. Умеешь надевать? Агуш. И у меня не получится. Не получится, да? Да. Ну и забей на эту черепашку, Агуш. Вот. Надо наденить. Ну, Агуш. Как пуцается. Ну зачем ее надевать-то? Не надевать, Агати. Тебе надеть? Да. Точно? Да, точно. Точно. Ты к этому готова, да? Да, готова. Держи вот так. Держи вот так. Не вот так. Держи, держи. А я вот так резину. Стой, держи. А я тебе резиночку вот так. Опа. Вот. Натягивай на лицо. Вот так.
Вот. Держится? Вот так, резиночку за ушко. Вот, черепашка Агата у нас тут, да? Вот так вот. Травма не зажила до сих пор после обмана с Эммой девочкой. Ну, я очень сочувствую. Глубоко, даже могу сказать, сочувствую. Залечи эту рану как-нибудь. Есть много способов. Погугли. Вот. Маша, всем пока. Всем пока уже, да? Да. Ты хочешь со всеми распрощаться? Нет, подожди. Нет, только пока. Так, вот этого. Зачем вы матом ругаетесь? Нет, здесь маленькая, маленький ребенок. Я чу а вы какую-то пока. Хрень пишете. Я чу пока. Я чу пока. Жеребьевка с Челси. Ну, я чу пока. Мне плевать, на кого мы выпадем. Главное играть. Я хочу пока. Ну подожди, сейчас я ребятам всем отвечу на все я вопросы. Я только почти. Пока. Подожди, Игорь. Не, я хочу простите, пока. Простите, не успеваю все вопросы я читать. Я хочу пока. И все негативные отзывы. Я хочу пока. А я не хочу пока. Это мой перископ, понятно? Вот себе заведешь. Вот и лапка красная. Я почти выздоровел, да, мне намного лучше. Вот позавчера вот я вообще умирал. Красная лапка. Вот эту красную кнопку хочешь нажать, да? Да. Подожди, сейчас. Сейчас, ребятка, ребятки, еще два вопроса. Два вопроса, хорошо? Не. Два. Два вопроса отвечу, и все, и нажмешь на кнопку, да? Да. Чем ты заболел? Вот красный. Вирусом Эбола, я же сказал. Классный. И как это болеть? Болеть это вот супер классный. Круто, обожаю болеть. Когда чихаешь, вот так все содрогается, так супер вот просто. Классный. Ну все, да. Клип, не знаю, как клип будет, ребята, я об этом вообще не думаю. Вот это может быть вот так вот. Может быть завтра, может быть через неделю, а может да, быть через год. Домой. Ну все, всем пока. Агуша хочет выключать почему-то. Еще увидимся, пока.